Привет, мои дорогие. Сегодня мы уже уезжаем. Сейчас я вот иду за покупками, кое-что купить. Там сыр, вино домой. И вот хочу снять улицу, на которой мы жили нормально. Так, вот внизу, смотрите. Это серные бани. Да, что-то тут работа идет. Вот такой дом с черепичной крышей. Такой клевый. Что внизу? Вот. Такой домик. Здесь вот так вот. Вот такие дома. В общем, буду идти, пока спускаюсь. Мы внизу встречаемся с хозяйкой нашей квартиры, с Аннушкой, у которой мы снимали. Вот, такой козырек. Симпатяга. Вот, вот. Скала какая. Вот, мы с ней встречаемся, поедем за покупками. Дочку свою со свекровью мы уговорили пойти в ботанический сад, потому что Марьяшка не дает нам. И на базаре делать ей нечего. Там полно народу, там... Ну, в общем, маленькому ребенку там нечего делать. Вот какой домик симпатичный, голубой. Какой хороший. Он тоже. Везде черепичные крыши. Вот так вот. Вот мечеть опять. Брусчатка. Сегодня понедельник. Народу практически вообще нет. Вчера эта улица, вот какой дом, была полным-полна народу. Все поднимались в сад ботанический, в крепость. Вот, на крыше растет трава. Такой газон. Вот, вчера очень много народу было. Такая вот, такой подъем, лестница такая. И все здания кирпичные. Как мне это нравится. Я вообще... Ой, какой балкон. Я вообще очень люблю кирпич. Кирпичную кладку. Вот вниз спускаюсь на проспект. Он впереди. Сейчас вот приближу. О, видите, на коне статуя Давида. Вот так. Я хотела эту улицу в тот день вот так снять, но виноградник. Но не получилось. Вот все кирпичные. Надо было бегом бежать, потому что мои уже спускались, надо было их нагонять. А вот Аня, по-моему, меня ждет. Да, вот Аня. Аня, привет. Ну все, пока, мы за покупками.